Сестра певца Михаила Круга Ольга Медведева выразила надежду, что новый следственный эксперимент поможет установить убийц ее брата. Об этом пишет московский «Комсомолец». Медведева рассказала, что днем 6 августа следователи оцепили дом, где в 2002 году было совершено нападение на Круга. Для проведения следственного эксперимента туда привезли человека в наручниках. Сестра Круга в это время находилась в соседнем здании и разглядеть подозреваемого не смогла. Позже в беседе с МК она заявила, что, возможно, сегодня не зря все это произошло. «Может, будет, наконец, свет в конце туннеля, и мы узнаем имена убийц», — заявила Медведева. Как сообщает Tvereg.ru, один из лидеров тверской банды «Волки» Александр Осипов утверждал, что в 2003 году застрелил Дмитрия Веселова, сознавшегося в убийстве Круга. По версии издания, на следственный эксперимент привозили второго оставшегося в живых участника нападения на певца. А теперь, друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео.